Предлагают сохранить статус-кво, предлагают развить систему ВО, оставить основания и бенефициаров, которые слегка почистят генералов. Каждый второй желает перемен. Что же предлагается взамен? Природных прибылей стало побольше, медовых пряников поменьше. На всех не хватит, почему? А потому, ведь кто-то должен пойти ко дну. Мы желаем перемен, а что же предлагают взамен? Никакой трансформированности, гуманизации, либерализации. Одним словом, эксплуатировать, закручивать гайки, нивелировать. Военная угроза, стихийные бедствия. Все знают, куда прикатятся последствия. Мы ждем, мы желаем перемен. А что же предлагается взамен?